ставит своих друзей. У меня помощник. Татьяна Кренова фортепиано и Маргарита Разоренова сопрано. Но я прежде чем начать играть... Хочу сказать, что начнем мы с Иоганна Себастьяна Баха. Многие считают его скучным. А я люблю его за вот это, эту серьезность, простоту и, ну, где-то кристальность, может быть, как хрусталь, а где-то, наоборот, некую монументальность, которая заставляет все тело аж дрожать, как орган. Мы сегодня сыграем спокойное произведение, у нас камерный состав, камерный зал, такая домашняя установка. Надену сурдинку, такую штучку, для того, чтобы это было еще тише, чем могло бы быть. Номер из кантаты. Что такое кантата? Вообще мы привыкли думать, что кантаты это что-то серьезное, и это правда. Но они писались также в те времена, когда был Бах, и в Италии очень было принято. Для светских целей, для таких веселительных мероприятий, так скажем. Вот эта конкретная кантата, как я недавно буквально прочитала, переписывалась 4 раза. Текст переписывался, музыка почти нет. Ну, так пишут. И из обычной какой-то там веселительного стишка она превратилась в духовное произведение. Но духовное не значит тяжелое, а наоборот очень радостное, приятное и такое светлое. Вот мы сейчас сыграем вам арию. Thank you.
Thank you.